Всем добрый день! Я продолжаю серию обзоров наборов разных производителей. И сегодня в обзоре набор компании DMC. В общении со своими читателями я уже поняла, что производитель DMC более знаком по мулине и по разным материалам для рукоделия, но не все знают о том, что DMC производит также и свои наборы для вышивания. Возможно, это связано с тем, что в Москве немного магазинов, где эти наборы можно купить. И, к сожалению, за последнее время таких магазинов стало все меньше и меньше. Поэтому я решила сегодня показать один из наборов этого производителя. Возможно, вы заинтересуетесь и начнете более глубоко изучать ассортимент этой компании и выберите для себя что-то интересное. Тем более, что сюжеты у них действительно оригинальные, интересные и, скажем так, незаезженные. Сегодня в обзоре будет вот такой набор с зимней тематикой. Номер БК-1183. У меня он идет под кодовым названием «Дети и снеговик». Набор я заказывала у одной девочки, которая помогает привезти из Европы наборы, и я его взяла в пару к уже вышитому набору, где мальчик стоит с подарком около двери. Предполагаю, что своей подружке. Поэтому мне показалось, что вот этот набор будет очень хорошим продолжением той серии. Я его заказала, мне привезли, и я с большим удовольствием его вышила. Итак, сюжет, как вы видите, милый и хороший. Дети лепят снеговика, рядом с ними играет собака. Что же в самом наборе, помимо обложки? Черно-белая символьная схема. Она достаточно крупная, на двух листах. Цветов здесь порядка 20. Все символы понятные, не дублируют друг друга, и в процессе вышивания они очень удобные. Единственный момент, который меня немножечко смутил, это то, что символы, которые вышиваются в одну ниточку, обозначены на схеме более бледным цветом, чем те, кто вышивается в две ниточки. И вот эти вот символы, конечно, мне вечером при комнатном свете было не очень хорошо видно. Но поскольку здесь участок для такого вышивания не очень большой, в принципе, пару вечеров я справилась. Поскольку схема разделена на два листа, есть область дублирования. Для того, чтобы не запутаться, я сама заштриховала ее карандашиком. Если хочется, то можно, например, вот здесь вот схему обрезать и приклеить сюда. Иногда я так делаю, но здесь схема была простая, и как-то мне получилось удобно и вышивать, не склеивая схему. Значит, ниточки сразу развешены на органайзеры. Органайзеры перфорированные. Все символы обозначены. Это, кстати, вот уже после отшива можно посмотреть, сколько у меня осталось ниток. Ниток много, с большим запасом они даны. Цвета очень красивые, яркие и интересные. Ниточки не путались, собственно, как и всегда с ниточками DMC. Итак, а что же, собственно, получилось? Получилась у меня вот такая готовая работа. Она вышивалась на канве. Канва была вложена в сам набор. Я не стала менять основу, потому что зашив полный. Поэтому смысла здесь нету что-то менять. Вот на двух зимних сюжетах могу сказать следующее. Наверное, кто-то может сказать, что картинка довольно пиксельная. Ну да, возможно, если вот так вот приблизить, то получается достаточно размытый сюжет. Но вы знаете, когда это оформляется в багет и висит на стене, смотрится очень хорошо. Детали все проработаны. Вот можно посмотреть, как вышита собака. Вот милые детали в виде пуговок, шарфик, сам снеговик. Знаете, мне очень нравится эта картинка. Она теплая такая, уютная, зимняя. Я вот буквально недавно закончила ее вышивать, поэтому в ближайшее время отнесу в багет, оформлю, и она у меня будет висеть на стене, как такая сезонная вышивка, которую я вешаю вместо цветочков, например, или каких-то других сюжетов, непосредственно зимой под Новый год.
очень люблю вышивать наборы DMC. У них хорошие схемы, которые легко вышивать, потому что, как вы видите, большие цветовые пятна. То есть вы берете ниточку, заправляете в иголку и целой ниточкой отшиваете, не сталкиваясь с одиночными крестиками или там какими-то проблемами. Бэка здесь тоже немного. Бэк только вот в этой части, немножечко на сапожках и гольфах. Забор, немного на дереве и на самом снеговике. Это все. Если вы не любите бэк, то, в принципе, можно какие-то элементы здесь и не обшивать. Ну, конечно, вот это вот лучше обшить, чтобы было более очевидно. А дерево, например, если хотите, можно не обшивать. Полукреста здесь нету, одиночных крестиков тоже нету. И вышивается набор просто. Сам производитель ставит градацию, что это набор средней сложности. Не знаю, я бы, наверное, сказала, что это даже где-то между легким и средней сложности набором. Поэтому я бы порекомендовала даже для начинающих вышивальщиц. А почему нет? Знаете, я слышала такую точку зрения, что, в принципе, крестик-то везде одинаковый, и какая разница, какой сюжет вышивать, сложный или легкий. Потихонечку крестики колупаете, и получается картинка. А здесь результат получится очень быстро, потому что, как я уже сказала, вот такие вот большие цветовые пятна. То есть даже посидев там 1-2 вечера, у вас уже начинает вырисовываться картинка, которая мотивирует ее поскорее закончить. Как вам этот набор? Как вам вообще производитель? Сталкивались ли вы с его наборами? Вышивали? Что думаете? Пишите в комментариях.